новый 2019 год. Этот, 2018, уже уходящий от нас, был очень легкий, спокойный. Мы провели чемпионат мира по футболу и показали всему миру, какая мы добрая и светлая нация, готовая встречать других гостей из других стран. Но, судя по тому, что мне не дали премию в этом году, следующий год будет гораздо хуже. Ни чемпионата, ни счастья, ни радости. Но, несмотря на все это, у нас будет новый губернатор, такой же усатый и старый, как предыдущий. Но разве это не внушает счастье и уверенность в жизни? Погасли свечи, многие завершили свой тост. Я хочу вам сказать то, что давайте в следующем году жить так, как мы жили те счастливые две недели или месяц того года. Жить так, как будто мы русские, которые выехали за границу куда-то отдыхать и проводить время активно с друзьями и родственниками. Всего вам самого лучшего. Аминь.